Итак, сейчас мы с вами разберем эти все ноты без воды, все тайм-коды оставлю внизу. Значит так, у нас есть две части, первая часть и вторая. Вторая более сложная. Если для вас это сложно, я потом расскажу лайфхаки, как это упростить. А если для вас сама, то вообще супер. Ну что, давайте посмотрим. Итак, с левой руки. Да, давайте все-таки начнем с левой руки, потому что она более, в большинстве своем немножко сложновато дается. У нас есть определенная закономерность. Мы будем в левой руке нажимать интервал так, чтобы посерединке было 3 свободных ноты. Значит так, первая ми, си. Ставьте на паузу и пытайтесь это запомнить и сыграть. Еще раз. Так, снова с того же самого аккорда, который начали играть. И потом один вниз. Что у нас играет правая рука? Значит, смотрите, в нотках написано в этой октаве, но так как стоит восьмерочка, мы переносим руку вверх. И у нас получается так. То есть мы зажимаем вот эти 4 ноты, даже 4 ноты, и сначала катимся вверх, и потом по этим же ноткам спускаемся вниз. И потом еще нажимаем одну нотку до. Как это у нас будет соединяться? Сначала левая рука. И потом... вместе. Хорошо, давайте дальше. Правая рука начинает уже не с этой нотки, а с черной ноты ре диез. То есть мы делаем тоже такой крюк, а потом с нотки ля все нотки по порядку вниз. И потом нота соль. Соединяем двумя руками. Хорошо, давайте всю строчку вам сыграю. Ну что, идем дальше. Теперь левая рука сдвигается на 2 нотки вниз. Первый раз вниз и второй раз вниз. И дальше все то же самое, те же самые аккорды, снова ля, ми, да, но только немножечко изменения происходит. Хорошо, давайте так, вот мы остановились, вниз, еще раз вниз, повтор в правой руке, все то же самое. Повторяем снова. Но изменение ми и ми. Закончили. Давайте теперь я сыграю всю эту первую часть целиком. так оно у нас будет. Теперь дальше. Мы играем правой рукой. Давайте дальше я 2 такта сыграю. Так, что у нас тут происходит? Левая рука отдельно, значит, ми, потом ля. Знаете что, постарайтесь вот так вот несколько раз поиграть, чтобы ваша рука автоматически шла на нужную ноту. Что у нас, кстати, в правой руке? Если вам сложно играть октаву, то играйте просто одну ноту, то есть будет так звучать. Как мы, что у нас тут с ритмом идет? Вот такой вот интересный ритм. И дальше мы можем играть октавы, то же самое. Можем. Как вам удобно. Все смотрите на свою руку. Если у вас более, так сказать, разработанная рука, и вам удобно октавки играть, играйте октавы. Но если неудобно, то ничего страшного, если вы сыграете одной ноткой. И потом то же самое. Си, ля, фа, соль. Так, хорошо. Третью строчку мы с вами разобрали. Давайте я вам еще раз сыграю эту третью строчку медленно. Окончание. Что у нас в левой руке будет? От до, потом ля и си, и потом ми. Да? У нас получается такое кольцо. Сначала ми, ми, ля, си, ми, ре, до, ля, си и ми. Самое главное, когда вы учитесь играть на фортепиано, это всегда замечать во всех моментах логику и какой-то алгоритм. Хорошо, смотрим двумя руками. Последние 2 такта. Так, хорошо. И давайте я попробую сыграть эти 2 строчки последних, более такой облегченный вариант без октав. Неплохо, если вы, так сказать, вложите всю мощь. Хорошо. Перемотайте, можете посмотреть, как оно будет звучать еще раз. И всего хорошего. Все тайм-коды оставляю внизу. Желаю вам удачи. Подписывайтесь ко мне на канал. А если вы хотите научиться играть на фортепиано, у меня есть бесплатная пробная консультация, диагностика. Вы можете записаться, и мы с вами поговорим. Вы скажете о своих запросах, о своих желаниях. Ну, и мы с вами более близко познакомимся. Хорошо, все тогда. Прощаюсь с вами. Пишите в комментариях, какое произведение разобрать еще. До скорых встреч!